Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новые одноразки под названием FeelBar 1500. У вас мог возникнуть вопрос, что такое Feel. Это компания, которая собирает все самые крутые девайсы от различных производителей и адаптирует их для Беларуси. Это работает следующим образом. Они тестируют огромное количество различных устройств, выбирают из них только лучшие девайсы и объединяют под одним брендом. Сейчас я надеюсь, что вы все поняли, и я могу плавно переходить к обзору. А перед началом этого ролика я хотел бы попросить вас написать в комментариях о своем любимом вкусе. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне красуется сам девайс, чуть ниже находится название вкуса на русском языке, в верхней части разместился логотип и цифра, которая обозначает количество затяжек. На противоположной стороне все как всегда: предостережения, технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, нам на глаза попадается герметичный пакет. На пакете нет никакой информации, так что вскрываем его и достаем устройство. Дриптип и нижнюю часть девайса закрывают силиконовые заглушки. Это сделано для того, чтобы жидкость не вытекала из устройства. Девайс покрыт очень приятным на ощупь soft-touch пластиком. Габариты FeelBar 1500 слегка увеличились по сравнению с младшей версией. Но при этом устройство такое же компактное и не займет много места в кармане или в сумке. Небольшое увеличение габаритов связано с заметно улучшенными характеристиками электронной сигареты. Емкость аккумулятора возросла до 850 мАч. Если честно, это даже больше, чем в некоторых подсистемах. Объем заправленной жидкости составляет 4,8 мл. Внизу на корпусе имеется индикатор, сигнализирующий о работе электронной сигареты. FeelBar 1500 обладает внушительным сроком службы, поскольку он рассчитан примерно на 1500 затяжек. Даже при активном использовании его должно смело хватить на 4, а то и 5 дней парения. Заправленная внутри жидкость обладает невероятно ярким и очень насыщенным вкусом. Вкусовая палитра представлена преимущественно фруктовыми и ягодными ароматами, но также встречаются табачные, мятные и даже популярные напитки. Крепость заправленной жидкости 50 мг солевого никотина. Она честная, поэтому для насыщения никотином достаточно всего нескольких затяжек. На данный момент линейка насчитывает аж 16 вкусов. И еще не стоит забывать, что у этого девайса самая настоящая сигаретная затяжка, которая максимально приближена к аналоговым сигаретам. Ну и ни в коем случае нельзя забывать про то, что это одноразовая электронная сигарета, так что ее нельзя ни заправить, ни зарядить. После того, как она у вас закончилась, ее нужно выбросить в специально отведенное место. А в конце ролика я могу сказать, что данный девайс отлично подойдет как пользователям со стажем, так и новичкам. Он обладает прекрасным ярким вкусом, отличным никотином и очаровательным внешним видом. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.